Я считаю, что национальная идея России должна стать все-таки, это очень доброе отношение к инвалидам, то, что сейчас начинается. Хорошие дороги, хорошая медицина. Медицина начинается с хороших больниц, хороших врачей. Просто с добрых людей. Вот это должна быть национальная идея, что все должно быть в стране для людей, а не лозунг, как там раньше было: «Ура, Россия, вперед!» А куда вперед-то? Непонятно.